Я хотела вас спросить тоже про международные отношения, но в связи с Белоруссией, в связи с делом Уралкалия, Баумгертнером и заочным арестом Сулеймана Керимова. Ну, понятно, что если там мы себя часто сравниваем с Америкой, с Западом, то ну, в этой ситуации сложно представить, там, если бы был где-то на стороне арестован там, гендиректор Кока-Колы, что долго бы власти молчали и никак не реагировали. С чем связано вот такое затишье ваше, пока не было ни одного упоминания по Уралкалию? И разговаривали ли вы с Лукашенко по этому вопросу? Какая у него была реакция, если да? Спасибо. С Лукашенко я по этому вопросу не разговаривал, а это затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик. Что очень легко сделать, начиная шум и гам по этому вопросу. Ну, а проблема, конечно, должна решаться.